Друзья, всем привет! Меня зовут Даша, и это рубрика «Дашулькины поделки». Сегодня мы с вами будем делать картину из яичной скорлупы. Итак, начнем. Сегодня нам пригодится картон, яичная скорлупа, краски, кисточка, ножницы, степлер и ткань. Итак, начнем. Первое, что мы будем делать, это красить нашу яичную скорлупу. Она должна быть чистой, гладкой, чтобы на ней не было ничего лишнего. Начнем. Скорлупу красим только с одной стороны и откладываем сохнуть. Далее я беру следующий цвет. Можно брать любые цвета, которые вам больше понравятся. Все, даем нашей скорлупе высохнуть и делаем следующее. Берем нашу картонку, берем ткань. Так, сейчас я краски уберу, было не готово. Берем наш кусочек ткани. И прикладываем ее к картонке. Прикладываем так, чтобы с обратной стороны мы могли закрепить его степлером. Ну и, конечно же, оно должно быть в темноте. Примерно вот так у нас получилось. Сейчас я обрежу ножницами эту ткань и вот. Самая умная такая, хотела порвать. Ты записываешь, да, как я все, как я ткань эту бедную мучаю? Может, не надо? У меня все получилось. Все, убираем нашу ткань. Надеюсь, я вырезала по размеру. Так. Прикладываем ее. И крепим степлером. Берем степлер и пристепливаем ткань. Берем степлер и скрепляем нашу картонку с тканью. Еще раз, да? Берем степлер и крепим ткань к картону. Берем, да мне уже надоело эту фразу говорить. Берем степлер и присобачиваем ее к картону. Что надо с ней сделать? Крепим, 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 крепим. Берем степлер и крепим к картону ткань. Сейчас скрепим противоположную сторону. Ткань натягиваем хорошо, чтобы не было складок. По периметру продолжаем скреплять. Вот что у нас получилось. Дальше мы берем карандаш и рисуем. Сейчас придумаем, что нарисуем. Заготовка у нас уже почти готова. Сейчас я дорисую. Ну вот, так у нас получилось. Не знаю, будет ли вам видно. И теперь мы можем обрезать вот эти лохмотья. Ну вот у нас получилось так, чтобы вот эти края нам не мешали, мы можем приклеить их на клей.
и начинаем клеить нашу работу. Скорлупа яичная у нас высохла, и теперь мы ломаем ее на небольшие кусочки. Следующее, что мы с вами делаем, берем клей и наносим клей на нашу яичную скорлупу и приклеиваем. Приклеиваем нашу скорлупу. Если она ломается, ничего страшного, так и должно быть. И клеем аккуратненько, можно сверху закрепить этот слой. Даем нашей работе высохнуть. И потом посмотрим результат. Работа у нас высохла, и вот что у нас получилось. На самом деле это очень интересно, кто очень любит мелкую моторику рук, чем-то заниматься, очень классно. Так что делайте, и хорошего вам дня, не болейте, пока!